Дисклеймер. Данное видео не хочет навести вам негатив, и это мнение автора, и не имеет развлекательных целей. Заварите чай и присаживаемся. И слушаем. Всем привет, меня зовут Беннич, и сегодня я сделаю особенное. Это мини-разоблачение на мему Хуана Фикса. Погнали! Итак, что мы начнем? Начнем с того, что в Украине. Некоторые ХТ, ХБ и так далее, они украинцы. То есть антитамлянки украинец. То есть мемный Хуан официал заставлял ему поставить США в них. То есть в США много дебилов по имени гей, лесби и транс. Хоть по всему мемболду есть натуралы, и это я натурал. Не будем тягать кота за хвост и продолжим разоблачение. Раньше у него было где-то 352 подписчика, а он когда-то выкладывал обсиралки, то есть они позорили мемы, некоторые старые, некоторые новые и так далее. Допустим того, что он помощник мемного Амогус официал. А так мемный Амогус официал скатился. Так, еще проверим о контенте. У него контент засран обсиралками. А обсиралки — это повышение бана. Вы знаете. Итак, мы еще скажем, что он шутит про мать. А шутить про мать — это грех. Можем еще сказать, что его фанатики тоже шутят про мать. Если честно, а еще он русофоб. То есть можем сказать, что в мемворде очень много русских. Их просто уважают. Ну что ж, всем пока и вот скрины. Мемный Хуан официал плачет.